Глава округа Владимир Ужицкий поздравил вновь избранных депутатов Совета депутатов и вручил им мандаты. Удостоверение получили Владимир Маланьин и Рубен Савялов. В Совете депутатов собираются реально такие продвинутые люди, думающие, желающие, достаточно неравнодушные. До выборы в Совет депутатов состоялись 13 сентября, в единый день голосования. Среди 11 претендентов на два депутатских кресла максимальное количество голосов набрали представители партии «Единая Россия». Им, я думаю, проблемы жителей ясны. Это и социальная направленность в решении вопросов благоустройства. Депутаты сейчас вольются в эту работу и будут, так сказать, исполнять наказы и больше общаться с нашими уважаемыми люберчанами и решать поставленные задачи.